Итак, вторая ошибка. Неправильно подобранный тип обоев. Сейчас мы по комнатам разберем, куда же какие обои лучше клеить. Если у вас спальня или гостиная прямо сейчас собираются готовиться к ремонту, лучше выбирать абсолютно любые обои. Это может быть винил на флизелине, либо любые другие. И даже те обои, которые можно красить, как, например, структурные, которые есть у нас. Они стоят сейчас 1499 рублей. Если это, например, кухня или прихожая, те комнаты, которые зачастую подвержены загрязнениям, лучше выбирать обои с хорошим слоем винила, как, например, вот эти модели от производителя Палитра. Такие обои легко можно будет привести в порядок, и ничего с ними не произойдет. Если это детская, лучше присмотреться к экологически чистым моделям. Например, это могут быть обои от Виктории Стеновой, качество которых на самом высшем уровне. Плюс они еще моющиеся, и плюс они светятся в темноте.